Приветствую всех, кто зашел на канал Тати Рома и смотрит это видео. Присоединяйтесь к новой прогулке по Риму. Рим – это город, в который сколько раз вы бы не приехали, и каждый раз вы найдете для себя что-то новое и интересное. Про виллу Боргези знают все, но в Риме есть еще одна вилла, которая достойна внимания многих, особенно любителей творчества Рафаэля – вилла Форнезина, куда я сегодня и направляюсь. В начале 16 века один из банкиров, Киджи, решил возвести для себя резиденцию в Риме, купив землю на левом берегу Тибра поближе к Ватикану. Чтобы получить эту землю, ему пришлось заключить с Папой Римским выгодное соглашение. Вилла Форнезина находится в районе Трастевери. Денег на строительство виллы банкир не жалел, а декорацией виллы занимались самые известные художники того времени, в том числе и Рафаэль. Вообще банкир Киджи покровительствовал Рафаэлю, и в итоге каждая комната виллы была украшена удивительными по красоте фресками. Первый зал виллы, в который мы зашли, называется «Триумф Галатеи». Его расписывали разные художники, но одна из самых популярных фресок – «Похищение Галатеи», написанная Рафаэлем. От этой фрески и пошло название зала. Свод зала расписан фресками астрологического гороскопа. Также здесь можно увидеть небольшую фреску «Голову юноши» кисти Микеланджело. По легенде, он зашел к Рафаэлю, когда тот работал на вилле, но не застал его на месте. Вместо записки Микеланджело оставил рисунок, который Рафаэль решил сохранить. Самая прекрасная фреска этого зала – «Похищение Галатеи». Согласно мифу, Галатея была прекрасной морской нимфой. Она полюбила прекрасного юношу по имени Ацис, но в это время Галатеи пылал страстью одноглазый гигант Полифем. Когда он увидел влюбленных наедине, то метнул огромную скалу и убил ею Ациса. В своей фреске Рафаэль отходит от точной передачи сюжета и рисует сцену как похищение Галатеи. Следующий потрясающий зал – это лоджия Амура и Психеи. Будучи женатым, у Киджи не было детей. Вскоре жена умерла. И довольная известная в Риме куртизанка подарила банкиру дочь Лукрецию. Потом были поиски новой спутницы и опять же знакомство с девушкой легкого поведения. И вскоре он женится на ней. Чтобы отпраздновать это событие, Киджи заказывает Рафаэлю расписать эту лоджию на первом этаже виллы. Темой фресок стала история Амура и Психеи, история небесной и земной любви, о том, как бог любви Амур влюбился в смертную красавицу Психею, и в результате она становится женой бога. Две большие фрески – это работы Рафаэля. На одной из них изображен свадебный пир Амура и Психеи. На второй мы видим богов, которые принимают Психею на Олимпе. Всеми остальными фресками занимались ученики Рафаэля по его рисункам. Расписывая эту лоджию на вилле, 33-летний Рафаэль встречает свою первую любовь – 17-летнюю Форнарину. Влюбившись с первого взгляда, он заплатил ее отцу 50 золотых монет, наняв ее как натурщицу. У них была настоящая любовь, и даже есть предположение, что они были женаты. Рафаэль умер молодым, в 37 лет, и после его смерти Форнарина была принудительно отправлена в монастырь, где вскоре и умерла. Настоящее имя Форнарины было установлено историками, которые обнаружили его в списке монахинь монастыря, где она назвала себя вдовой Рафаэля. С лоджии можно выйти в зал Фриз. В этом зале собирались гости и ждали начала какой-либо церемонии.
Поднявшись по этой прекрасной лестнице, мы попадем на второй этаж виллы, где находится еще несколько прекрасных залов. На вилле в залах проходила выставка Леонардо да Винчи, и мне она изрядно мешала рассматривать залы, немного отвлекала. Сейчас мы находимся в зале перспективы. Здесь за нарисованными мраморными колоннами просматриваются виды на Рим. Можно рассмотреть Тибр, Колизей, церкви. Над дверями и окнами изображены боги. Удивительно красивый зал. Обратите внимание, справа за картинами находится большой и очень красивый камин. На нем изображены работающие кузнецы. А это мы уже в свадебном зале. Этот зал служил для супругов Киджи спальней. Говорят, что именно здесь находилась позолоченная кровать, украшенная драгоценными камнями, стоившая банкиру дороже, чем сама вилла. Над входной дверью находится фреска «Укрощение Буцефала» – коня Александра Великого. Он, по преданию, сумел укротить коня, будучи еще 10-летним мальчиком. В самом центре находится фреска «Свадьба Александра Македонского», который передает корону своей невесте. Она находится в окружении купидонов и ждет его на краю роскошной кровати с балдахином. А такой был следующий зал. Под наклеенными обоями мы видим остатки фресок. А это часть лестничного пролета. Говорят, что раньше здесь находился туалет. А за окном апельсины, лимоны. А сейчас я перешла уже дорогу и нахожусь в Национальной академии dei Lincei, академии рысьих глазах. А подняться на этом лифте может любой желающий. Отсюда открывается прекрасный вид на холм Яникул. Как я уже говорила, на вилле Форнезина проходит выставка Леонардо да Винчи, и я с этим билетом смогла зайти в Национальную академию dei Lincei. Это одна из старейших академий наук Европы. Она была основана в XVI веке в Риме четырьмя молодыми друзьями. Среди них был итальянский врач, философ, алхимик и драматург.
и одним из них был Галилео Галилей. Друзья собирались три раза в неделю, читали лекции для всех желающих, спорили и ставили опыты. И, конечно же, записывали все, чем занимались. И эти записи сейчас находятся в этой библиотеке. Я в этой библиотеке не первый раз. При первом моем посещении она была очень хорошо освещена, и можно было все подробно рассмотреть. Сегодня же половина залов была в полном мраке. Жаль. Но все равно хоть что-то я смогла вам показать. А это самый большой зал библиотеки. Рядом с библиотекой находится вход в галерею Палаццо Корсини. Сегодня я здесь впервые, и у меня было мало времени на осмотр. Очень бегло покажу вам эту галерею. Но даже пробежав по ней быстро-быстро, я поняла, что сюда необходимо вернуться, так как здесь собрано очень много интересных картин. В коллекцию входят работы таких знаменитых художников, как Рубенс, Караваджо, Гвидо Ренни, Гверчино. Однозначно вернусь сюда. Палаццо Корсини находится напротив виллы Форнезина. В первое воскресенье месяца вход бесплатный. Так что те из вас, кто планирует поездку в Рим до марта месяца, и вы будете в Риме в начале месяца, а именно в первое воскресенье, то можете познакомиться с коллекцией бесплатно. Ну а если вы не попадаете в первое воскресенье и покупаете билет, то по этому билету вы можете осмотреть эту галерею и побывать в Палаццо Барберини, в галерее которой тоже собрано много шедевров. Я прекрасно провела сегодняшнее утро и сейчас спешу домой. Возвращаюсь опять через остров Тиберина. А за спиной у меня район Трастевери. Рим отнюдь не ограничивается туристическим центром. Немало интересного здесь и за его пределами. Если вы приехали в Рим хотя бы на неделю, то я советую вам пройти чуть дальше центра Рима и познакомиться с другими достопримечательностями. Я приглашаю вас на Форо Италико. История стадиона началась в 1927 году, когда началось его строительство при правлении Бенито Муссолини. И назывался стадион Форо Муссолини. Позже, после Второй мировой войны, его переименовали Форо Италико.
Строительство стадиона началось в 27 году, и через 5 лет его уже закончили. Этот стадион был построен для экспериментальной молодежно-фашистской организации, которая носила имя «Балилая». С 8 лет начинали тренировать мальчиков. Здесь были школы для физического воспитания, а потом начали обращать внимание на идеологию. С каждым годом воспитание детей становилось все жестче и жестче. Спустя некоторое время было принято решение расширить стадион, но не успели. Помешала Вторая мировая война. Работы по расширению стадиона восстановили только в 50-х годах. Но это для того, чтобы подготовить его к Олимпийским играм в 1960 году. Олимпийский стадион в Риме является одним из самых известных стадионов в Италии. Здесь проходило и проходит много интересных и важных соревнований. Скульптуры спортсменов высечены из каррарского мрамора, который добывают в Апуанских Альпах. Точно такой же мрамор использовал для своих работ Микеланджело. На Олимпийский стадион, потом я его вам покажу, свободного доступа нет. А вот на мраморный стадион может пройти любой желающий. Каждого из пришедшего сюда поражает, что стадион находится в таком окружении зелени, несмотря на его расположение, почти в центре города. 60 статуй 4-метровых гигантов, каждый из которых держит что-то в руках. На мозаичном асфальте спортивного комплекса до сих пор сохранились надписи «Дуче», «Вождь». И огромный обелиск с логотипом «Муссолини вождь». Вот в этот олимпийский комплекс зайти можно только по билетам. Еще покажу вам мозаику. А мы сегодня здесь не занимаемся спортом, а просто гуляем с Сиси. А заняться спортом или бегом на этом стадионе может каждый. Если запланируете прогулку по стадиону, то обязательно пробегите круг другой. Почувствуйте себя как на соревнованиях или олимпиаде. Посмотрите, какие необычные спортивные снаряды. И это не для красоты. Заняться спортом здесь могут все желающие, и даже вы. Стадион «Олимпико» очень большой. Здесь много бассейнов, теннисных кортов, даже гостиница и, конечно же, административные здания. Цветущие розы в декабре. Красота здесь. Кстати, на стадионе был личный тренажерный зал Муссолини. И он сохранился, но сейчас там зал конференций. Прогуливаясь по Риму, я часто рассказываю про Муссолини. Широкий проспект, который идет от Колизея до площади Венеция, когда-то был густозаселенным. Таким же густозаселенным, как когда-то улица, ведущая от замка Святого Ангела к собору Святого Петра. Сейчас эта улица Кончелиационе. На этих двух улицах было множество зданий как средневековых, так и эпохи Возрождения. Эти здания были снесены при Муссолини и проложены улицы. Часто можно услышать высказывания туристов. Итальянцы помнят свое прошлое, как много они сохранили, наверное, ничего не разрушено,
Но это не так. В Риме действительно так много всего, что все-таки осталось тоже немало. И сейчас это немало кажется целой историей. С точки зрения современного человека, посмотрев на то, что сделал Муссолини в Риме, можно восхититься. Но с точки зрения археологов, это было уничтожение ценнейших древних слоев. Муссолини буквально сам с лопатой выходил на раскопки, и люди, которые ему подчинялись, разрушали несколько древних слоев. Потому что подземный Рим огромен, уходят на многие метры вниз те здания, в которых жили настоящие римляне. Здесь написано «Много врагов, много чести». О правлении Муссолини можно говорить много. Разрушая античные постройки, он создавал свой Рим. Результатом этого стадион, по которому мы гуляем, район Эур, про который я вам рассказывала, и прогуливаясь по Риму, можно встретить много построек времен Дуччи. Сегодня будний день и народу никого, а в выходные здесь все гуляют семьями и катаются на велосипедах. Наша прогулка заканчивается, и мы возвращаемся. И на этом я буду прощаться с вами. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставьте пальчики вверх и делитесь видео с друзьями. По вопросам сопроводительных прогулок пишите мне на почту.